Приветствую вас, я Алак Ниранджан, и сегодня мы обсудим природу голосования с точки зрения Веды. Кроме того, я отвечу на все вопросы, связанные с этим. Начнем с явного. Наша цивилизация находится в упадке, что несложно понять, если просто посмотреть статистику. Начиналось все просто с изменений и ухудшения воспитания и образования. Интересно, что церковь, которая заняла положение наставника в наших государствах, по этому поводу ничего не сказала, а буквально самоустранилась. Так или иначе, люди сами отвечают за свою судьбу, сами создают государство и занимаются его устройством. Самая значительная проблема современных людей – это слабое или вообще отсутствие самоосознания. Друзья мои, на самом деле внутреннее самоосознание имеет последствия совершенно конкретные, юридические в вашей внешней жизни. Представьте себе, ребенок развивается, растет и в какой-то момент осознает Всевышнего, в какой-то момент осознает свою духовную природу и свое предназначение. С этого момента ребенок становится человеком. Такой человек отвечает за свои действия, за свои поступки. Такой человек способен построить государство, гармоничное общество и достичь счастья. Но бывают и другие дети, которые не хотят развиваться, которым нравится находиться в детстве. Такие дети верят в сказки Деда Мороза, в Бога или верят в его отсутствие. Такие люди зависимы от тех, кто навязал им какую-то веру. Соответственно, они не отвечают за себя, не отвечают за свои действия. Им нужны попечители. Именно поэтому такого человека нельзя назвать человеком с большой буквы. Когда вы получаете паспорт, вы можете обратить внимание, что среди других бумаг вы подписываете бумагу, которая содержит слово «попечители». Так или иначе, путь от физического лица к человеку – это серьезный процесс, который требует осознания своей дхармы, своего предназначения и ощущения Всевышнего, ощущения своего духа. Все это возможно только если человек получает соответствующее знание, то есть веду. Но почему же мы говорим, что внутреннее состояние человека имеет прямые юридические последствия? Очень просто. Согласно международному законодательству, именно человек обладает свободой, которая защищается этим законодательством. Но ничего в этом законодательстве не сказано о физическом лице. Такой человек, осознавший свою духовную природу, способен построить государство, способен обеспечить его рост. Термин «физическое лицо» мы встречаем уже на уровне государственных законов, которые фактически не дают каких-то свобод, а напротив накладывают на человека обязанности, так как такой человек, еще недостаточно развитой, не способен отвечать за свои поступки, он имеет опекуна и обязательства перед своим опекуном, то есть перед государством. Интересно, если вы будете читать наше законодательство, гражданский кодекс, хозяйственный кодекс, там везде формулировка именно физическое лицо. Почему я говорю об этом сейчас? Дело в том, что много было сказано о новых поправках, но в этих поправках никаким образом не отражены эти фундаментальные положения. То есть разрешаются какие-то второстепенные вопросы, но основной вопрос остается открытым. Это как будто корабль тонет, а вы занимаетесь тем, что примеряете различные формы одежды. В основном документе должно быть отражено: гражданин обладает теми же правами и свободами, которыми обладает человек. Гражданами являются, здесь должен быть конкретный перечень, кто является гражданином. Сегодня же наличие паспорта означает, что вы физическое лицо, но не означает, что вы гражданин. Теперь вернемся к вопросу, что же такое голосование. Вы все знаете, что поправки уже приняты. Большинство законодательных норм, формальных, по поводу этих поправок выдержаны. Зачем же тогда голосование? Какой в этом смысл? А смысл очень прост. Фактически необходимо проверить, согласно ли население
согласны ли физические лица с текущим положением дел. Обратите внимание, с текущим положением дел. Природа голосования очень проста. Если вы приходите и принимаете в них участие, вы уже согласны с их результатом, даже если будет результат, который вам не нравится. Но верно и обратное, если вы в них не участвуете, вы можете отказаться от того, чтобы выполнять требования такого голосования. Вы можете остаться свободными от его результатов. Конечно, в том случае, если вы осознаете свою духовную природу. Обратите внимание, всегда именно власти делают все, чтобы люди пришли голосовать. Они раздают подарки, проводят какие-то мероприятия, какие-то соревнования. Они призывают голосовать всех. Они устраивают так, что об этом говорят актеры, известные люди, администрации предприятий занимаются этим, патриоты, которые на самом деле не очень понимают, что они делают. Все стремятся уговорить вас пойти на голосование. Почему? Да просто потому, что не важно, как вы проголосуете. Важно, как вы себя осознаете. Если вы пришли на такой вид голосования, значит, вы согласны с тем порядком, который существует. Ведь когда вы подписываете бюллетень, что вы делаете? Вы представляетесь вашим паспортом, который вы получили, оставаясь в состоянии под попечительством. Другими словами, человек сам, находясь в сознании, в памяти, приходит и голосует, оставаясь при этом физическим лицом, но зная, что вы не имеете никакого влияния на результат этого голосования. На этом можно было закончить наш разговор, но так получилось, что наши студенты задают вопросы о том, как мы оцениваем поправки те или иные. На самом деле это особого значения не имеет, но можно также дать и такую оценку. Вообще странно ожидать каких-то благоприятных подвижек, поправок от людей, которые на протяжении 30 лет упорно ничего для развития сознания людей не делают. Ну и действительно, интересные вещи открываются. Например, многие люди пишут мне о том, что мы же получаем суверенитет. Дорогие друзья, послушайте само слово «суверенитет». Суверенитет означает, что есть суверен. Никакого отношения это к действительно самостоятельности не имеет. Если бы была самостоятельность, было бы написано, что мы самостоятельны, то есть сами стоим. Иногда задаются вопросы касательно, разрешены ли все юридические проблемы и коллизии в момент перехода от СССР к России. Об этом ничего в новом документе не сказано. То есть все проблемы, которые были, они остаются. Звучит часто вопрос о самоуправлении. Но дело в том, что в новом варианте вообще самоуправление отдельно не существует. Оно встроено в систему власти. То вообще как можно говорить о каком-то самоуправлении? Это, кстати, уже похоже не на какие-то поправки, а довольно серьезные изменения самого документа. Еще один тезис часто звучит о том, что наша судебная система становится независимой, потому что Конституционный суд способен отвергнуть любое международное решение. Это, конечно, замечательно, но законодательство никаким образом от этого не меняется. Другими словами, все, как происходило по этой системе, так и будет происходить. Единственное, что немножко больше вариантов влиять на решение каких-то конкретных узких вопросов у каких-то конкретных людей. Новый термин приходит о Госсовете. Нерасшифрованный, то есть вообще об этом говорить нет смысла, хотя это очень похоже на ЦК партии, которая была в предыдущем воплощении нашего государства. Появляется термин публичной власти. Это тоже очень интересно. То есть, другими словами, выборная власть уже не нужна. И вообще, что такое публичная власть? Законом можно так расшифровать этот термин, что мало не покажется. Интересная фраза об объединении всего образования и усиленное применение новых технологий.
Это тоже очень опасно, потому что если люди перейдут на удаленное образование, с детьми произойдут тяжелые проблемы. Ребенок, который не контактирует со своими сверстниками, не испытывает счастья. Его можно в буквальном смысле слова запрограммировать. Сельское хозяйство уходит под федеральный контроль. Прекрасно. Единственная область, где люди могли быть независимыми, также становится под контроль. Молодежная политика тоже уходит под контроль федерального правительства. Это что означает? Тоже те люди, которые испытывают внутреннюю независимость, будут теперь находиться под контролем. Интересное тоже, часто люди вопрос задают о союзах людей нетрадиционной ориентации. На мой взгляд, не очень правильная формулировка, потому что нужно было просто запретить регистрировать эти союзы. Сам по себе запрет, он противоречит свободе и нарушает свободу человека. Здесь, видимо, нужно сказать несколько слов о том, как Веда к этому относится. Все очень просто. Таким людям запрещается или должно быть запрещено, согласно ведического знания, управлять государством и участвовать в управлении. Кроме того, им рекомендуется жить отдельно и запрещено вести агитацию. Что касается сроков президента, также часто звучит вопрос, ну вы знаете, это дело личное каждого, как вы считаете, так и делайте. Кстати, президент в новом варианте может сам определять, какими органами власти он может управлять. Интересна еще возможность назначать пожизненных сенаторов, которые будут иметь неприкосновенность. Другими словами, у нас образовывается новый класс людей, определенное сословие. Если сравнивать с ведической культурой, неприкасаемыми, согласно ведической культуре, являются самый нижний класс людей. Ну, естественно, есть множество других технических каких-то или очень красивых фраз. Но все они так или иначе потом регулируются законодательством. И значения фактического не имеют. Еще мне очень интересно, почему такое обилие иностранных слов. Ведь человек без специальной подготовки просто не поймет, что там написано. Ну, например, это касается этого слова о суверенитете. Что касается самой процедуры, она просто прекрасна. На протяжении 7 дней совершенно бесконтрольно проходят какие-то действия, голосования. Вопрос, а почему не референдумом, который нужно спокойно заранее подготовить на протяжении 2 лет? Следующее, одновременно обсуждается и принимается одним гамузом около 200 поправок. А почему не разделить их по блокам? В чем, собственно, проблема? Это выглядит так, как будто бы кто-то запланировал впоследствии опротестовать законность этого документа и фактически лишить всю страну впоследствии основного документа. Веды утверждают, что в этом мире нет ничего случайного. Любое действие преследует какую-то цель. Проблема в том, что мы однозначно не знаем, какие цели стоят за этим документом. Сейчас уже появились фотографии бюллетеня. Видно, что голосование идет не по поправкам, а за изменения. Это совершенно другой юридический термин. Мы просто не знаем, за что голосуем. Это может быть сбор личных данных, так сказать, пересчет физических лиц. Это может быть сроки президентства, хотя я не думаю, что это самое важное. Это может быть восстановление или план какой-то по восстановлению бывшего государства. В любом случае, эти цели не наши. Жизнь – это редкий дар. Жизнь дана нам для того, чтобы мы развивались. Берегите друг друга и развивайтесь. Я желаю вам счастья.